На месте обвала на территории АО «Майкаин-Золото» работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности. Тяжелой техникой проложена боковая аппарель кромки котлована и обеспечен спуск малогабаритного экскаватора по страховочному тросу. На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя. Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта. Для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому спасатели проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора, горного инженера. Любые виды горно-спасательных работ делятся на несколько этапов. В нашем случае первым этапом это было проведение разведки, как визуальные, так и детальные. После этого проводились поисково-спасательные работы, в ходе которых было найдено два тела пострадавших. Далее проводились инженерно-геологические работы по выемке горной массы. Для проведения работ используется около 4 километров альпинистской веревки и полное альпинистское снаряжение. Установлен прибор для мониторинга движения грунта в реальном времени. Для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя комитета промышленной безопасности МЧС. Для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены 4 экспертные организации. Для эффективного проведения мероприятий по ликвидации последствий несчастного случая, а также анализа возможных повторных обрушений и сокращения сроков возобновления горных работ, специалистами МЧС проведено изучение международного опыта. Проводились консультации со специалистами из ближайших стран, а также с ветеранами МЧС Республики Казахстан. Все задействованные специалисты работают с большим риском для жизни. Из-за возможного наличия пустот под предполагаемым местонахождением автобуса есть риск повторного обвала при проведении поисковых работ. По данным ДЧС задействовано 145 человек, 53 единицы техники, кинологический расчет БПЛА. Мурат Билмажит, и это Сахпарат.